Всем привет! Если вы не поклонник марки Mini, то сможете ли угадать, машина какого поколения перед вами? Так вот, это второе поколение, если брать за отчет возрожденную маркой BMW марку Mini. Вот такие вот глазастые хэтчбеки появились в 2000 году, а в 2006 году появилось второе поколение. Встречаем! Вообще, мини первого поколения кузов R50, созданный под эгидой BMW, получился каким-то сырым. Подвеска грохочет, мотор бензиновый, бразильский, дизельный, японский, коробка пятиступенчатая, механика английская, которая постоянно разваливалась. Мини второго поколения выпускался до конца 2013 года. Второе поколение существует не только в кузове хэтчбек и кабриолет, но есть еще и купе, есть еще родстер и универсал Клабмен с непонятным количеством дверей. С кузовом, а точнее с окраской и антикоррозийной защитой, у мини второго поколения все хорошо. Сколы краски практически не рыжеют, и краска нигде не протирается. Если мини-купер эксплуатируется в условиях сырых зим, то советуем посматривать за стыком панелей порогов и днища. Надо просто оттопырить вот эту резинку, и здесь может быть коррозия. Также посматривайте за вот этой декоративной накладкой, потому что иногда она оттопыривается и может смяться при закрытии дверей. Хромированный декор покрывается налетом и просто блекнет под воздействием зимних реагентов. Плафоны фар и противотуманок мутнеют и быстро царапаются под воздействием грязи и песка. Если речь идет о Cooper S, то у таких машин турбомоторы и воздухозаборник в передней части капота прямо над эмблемой. Так вот, решетка воздухозаборника деформируется по периметру из-за жара турбины, которая находится прямо над ней. Ситуация с коррозией днища не всегда радужная. Пороги, укромные уголки, прикрытые пластиком площади довольно охотно корродируют под длительным воздействием соли и других реагентов. Отдельно отметим, что не стоит игнорировать коррозию на остальных маслопроводах, на кронштейнах и панелях под капотом. Одно такое укромное место есть под аккумулятором. Там соединяются несколько силовых проводов, но они находятся буквально в постоянной сырости. К этому мы еще скоро вернемся. Угол наклона лобового стекла мини близок к вертикальному, и поэтому оно легко царапается и разбивается попавшими в него камнями. С наступлением дождливой погоды мини может обрадовать тем, что боковая дверь не открывается. Эта проблема свойственна всем мини первого и второго поколений и даже контримену вплоть до 2016 года. А суть в том, что под оплетку троса попадает вода, он ржавеет и даже обрывается. Самое неприятное, что на трехдверных мини дверь с поврежденным тросом ручки открыть невозможно, не повредив дверь. Надо попадать в салон через штурманскую дверь, либо же через дверь багажника, затем снимать сиденье и аккуратно снимать обшивку двери, чтобы добраться до рычага замка. Новый трос с ручкой, злосчастный, стоит $100. Если ощущается тугое открытие, то лучше его поменять. Снимать дверную обшивку приходится и для замены направляющих зажимов стеклоподъемников. Дело в том, что помимо влаги внутрь дверей мини набивается много пыли и грязи. Эта абразивная смесь оседает на направляющих салазках стеклоподъемников, по которым скользят зажимы. Именно здесь образуется скрип и скрежет. Также зажимы стираются, увеличивается люфт стекла, и оно перемещается с перекосами, упирается либо отскакивает в верхнем положении. В общем, всему механизму стеклоподъемников необходима чистка, и надо поменять эти зажимы по 4 на каждую дверь. Чтобы просто смазать салазки стеклоподъемников, не нужно снимать дверную обшивку. Для этих целей есть внизу две резиновые заглушки, то есть снизу дверей снимаем заглушки, увидим направляющие и затем наносим на них смазку.
Рестайлинговые мини второго поколения унаследовали от BMW блок управления всеми электрокомпонентами. От лампочек в фарах, индикаторов на панели приборов до замков и стеклоподъемников. Этот блок называется FRM3 и находится он вот здесь, вот за обшивкой, возле площадки для отдыха левой водительской ноги. Этот блок очень не любит просадки напряжения, то есть слабый аккумулятор, его разрядка в момент активности блока, а также просадка при запуске двигателя и все. То есть сначала слетает прошивка, но ее можно восстановить у любых специалистов по мини и BMW, а затем в долгосрочной перспективе энергозависимая память просто погибает. Ее убивают циклы перезаписи. Грубо говоря, чем дольше вы ездите с перегоревшими лампами и другими неполадками в электрике, тем больше информации перезаписывается, и тем раньше этот блок выйдет из строя. В общем, если у мини вся электроника погибла и постоянно светят фары, то это... этот блок FRM3. Дизайн интерьера мини радостный и экстравагантный, но мягкого пластика здесь немного. Серебристый окрас кнопок при больших пробегах протирается и чернеет. Иногда заедают крохотные кнопки на центральной консоли. Кнопки-джойстики на спицах руля не сильно удобны. Если машина оснащена мультимедией на основе баварской iDrive, то позади рычага КПП будет установлен джойстик в виде какого-то штырька или карандаша с парой кнопок. Главное, что никаких явных слабых мест в плане срока службы в салоне мини нет. Вентилятор печки не скрипит, а заслонки не выходят из строя. Второго поколения оснащался бензиновыми двигателями, которые были созданы в содружестве PSA и BMW. Так вот, это пресловутые моторы Prince, от надежности которых до сих пор волосы у некоторых людей встают дыбом. У французских автомобилей есть обозначение EP6, всем знакомое, а у Mini этот двигатель обозначается от N12 до N18. Итак, бензиновые моторы мини второго поколения – это один сплошной недостаток. Двигатель N12 буквально сделан из дефектов, но его ежегодно улучшали. Если есть интерес к мини с атмосферным двигателем, то лучше искать более поздние версии, то есть версии где-то ближе к 2010 году или даже свежее. Ну, под названием N16. Вообще, по гарантии и в рамках отзывных кампаний, в атмосфернике N12 поменяли буквально все. Но все равно владельцу надо к нему прислушиваться и принюхиваться, и обязательно проверять уровень масла. Постоянно. Если мотор засвистел, нужно менять клапанную крышку, отдавать $140. Свист говорит о дыре в мембранном клапане системы вентиляции картера. Можно сэкономить, подобрав такую же крышку по каталогам PSA или купить неоригинальный ремкомплект, но место посадки мембраны придется расковырять. Корпус термостата пластиковый, с трудом выхаживает 100 тысяч километров, стоит около $140. Столько же стоит помпа, можно сэкономить, купив неоригинальные детали. Кстати, за системой охлаждения любых бензиновых двигателей мини надо пристально следить, потому что перегрев грозит всеми известными неприятностями, включая потерю упругости верхних поршневых колец, а также выпадением сёдел клапанов из ГБЦ. То есть мы получаем потерю компрессии, то есть снижение компрессии, масложор, а также разрушение поршней и клапанов. И все это после того, как вы немного перекипятите этот мотор. Ну и цепь ГРМ в этом двигателе ходит примерно всего лишь 100 тысяч километров, ну, в зависимости от того, как вы меняете масло. Следующий двигатель – это двигатель N14. Самый ненадежный, который склонен к саморазрушению. Это тот же N12, только с турбиной и непосредственным впрыском, но без Valvetronic.
Короче, эти двигатели устраивали бойню поршней и клапанов из-за дефектного натяжителя цепи. Это происходило при пробеге в 60-80 тысяч километров. Да, проблему эту можно было предвидеть, потому что незадолго до перескока цепи двигатель начал, ну, хорошенько так грохотать. Когда начали устанавливать натяжитель новой ревизии, то выяснилось, что цепь все равно начинала грохотать, но уже позже, при пробеге в 90 тысяч километров. Правильно, цепь успела растянуться. Но грохочущая цепь все равно в лед может размолотить свои второпластовые направляющие, а вот эти части раздолбанные могут залететь куда не надо, то есть под движущиеся детали двигателя. А мелкие части второпласта наглухо забьют маслозаборник, что приведет к фатальным последствиям уже другого характера. О растяжении цепи еще говорят плавающие обороты, горящий check engine вместе с ошибками по составу топливной смеси. Для проверки растяжения цепи вместо натяжителя можно вкрутить специальный измерительный инструмент. Можно просто проверить соответствие меток приводе ГРМ. Еще двигатели N14 охотно пожирают масло. Пол-литра на 1000 километров легко. Иногда доходит до литра на 1000 километров. В общем, если не следить за уровнем масла, то двигатель может осушить весь поддон. То есть он опять стремится самоубиться. Но в масложоре виноваты сервисные интервалы. В идеале на автомобилях с этим мотором с завода надо было менять масло каждые 5-7 тысяч километров. Тогда таких бы проблем не было. Жор масла также провоцирует ускоренное отложение нагара на впускных клапанах. Так как впрыск непосредственный, нагар ничем не смывается. Впоследствии это приводит к нарушению подвижности клапанов. Вдобавок еще маслосъемные колпачки не особо долговечные. Дубеют на 150 тысячах километров и начинают пропускать масло в камеру сгорания. Мало того, что масло исчезает в камерах сгорания двигателя N14, так оно еще сочится из-под клапанной крышки по трубкам подачи и слива масла из турбокомпрессора, а также по уплотнениям масляного фильтра. В общем, залитый маслом двигатель – это повод для большого ТО со снятием всей вот этой вот очаровательной морды. К 2011 модельному году двигатели N12 и N14 впитали столько улучшений, что в BMW и Mini подумали о появлении новых двигателей с новыми индексами N16 и N18. N14 очень похож на дорестайлинговый мотор N12. Разница лишь в том, что рестайлинговые моторы получили двухступенчатые управляемые маслонасосы. В остальном они практически ничем не отличаются. Ни приводом ГРМ, ни клапанной крышкой с мембраной ВКГ, а также не отличаются помпой с корпусом и термостатом. Не поверите, но инженеры с первого раза не смогли сделать герметичным уплотнение для отверстия в поддоне, через которое клапану проходят два провода. Они предложили ремкомплект. Рекомендации по успешной эксплуатации. Прежнее масло меняем каждые 7 тысяч километров. Следим за системой охлаждения. Каждые 100 тысяч километров примитивно меняем цепь ГРМ или реже. Но внимательно слушаем мотор после холодного запуска. Кстати, если посветить фонариком в маслозаливную горловину, то в идеале надо увидеть максимально серебристую поверхность. Если вы там видите золотистую поверхность, то значит, что-то вы делаете не так. Либо масло не то, либо масло старое, либо же двигатель работает с увеличенной температурой. Еще один момент. На моторах N12, N14, N16 редко случается такая неприятность, как проливание антифриза в поддон. Дело в том, что в переднем торце ИГБЦ есть заглушка, которая затыкает отверстие диаметром 36 мм в контуре охлаждения. Так вот, она вываливается, падает вниз вдоль цепи ГРМ. Сверху начинает литься охлаждающая жидкость. Как это предотвратить? Толком неизвестно, но одно явно – нельзя даже слегка перегревать мотор. Все только что сказанное справедливо и для турбомотора N18. В его ГБЦ поселился Valvetronic. Были модернизированы, ну, чуть изменены
поршни, но поршневые кольца такие же, как у мотора N14. Еще немного изменена система вентиляции картера и впускной тракт, а масляные магистрали к турбине лучше защищены от жара. Но в долгосрочной перспективе, то есть раз в 100-150 тысяч километров, он течет маслом по тем же самым прокладкам. Корпус термостата течет, трубка к помпе течет, глючит датчик температуры и просится установка выносного датчика из заводского ремкомплекта. Перестает работать подогрев термостата. Все так же сохраняется необходимость установить отдельный маслоотделитель, в котором будут собираться пары масла. И это замедляет образование налета на впускных клапанах. Добавим, что неисправность Valvetronic на моторах N12, N16 и N18 может быть связано с обрывом силового провода от АКБ до реле Valvetronic. Это реле находится под кронштейном аккумулятора. Обычно обрывается красный провод с фиолетовой фишкой. Ну что, а сейчас про дизельные двигатели. Мини с дизельными двигателями встречаются гораздо реже, но скажем честно, проблем с дизельными моторами намного меньше, чем с бензиновыми двигателями для этого автомобиля. Под капотами этих машин с буквой D на крышке багажника трудится до рестайлинга двигатель 1.6 HDI, который ставился на все модели PSA, на Ford, на Volvo, на Suzuki, на Mazda, и никто про этот мотор плохого слова не скажет, потому что он надежный и хороший. Надо обслуживать его правильно, и тогда будет вам счастье. И, кстати, у нас на канале есть подробнейший обзор этого мотора. Мы его разобрали и рассказали о всех достоинствах и недостатках. Если интересно, обязательно посмотрите. А если еще не подписаны на наш канал, то подпишитесь, потому что мы выдаем 6 очень классных, интересных и подробных технических видео в месяц. После рестайлинга от французского мотора отказались, и ему на смену пришел N47, детище от компании BMW. У нас, кстати, на канале есть подробнейший обзор этого мотора. Кому интересно, то обязательно посмотрите. У этого двигателя действительно нет глобальных недостатков. Он достаточно надежен. Для мини в моторе N47 нету заслонок, форсунки электромагнитные. Резюмируем про дизельные моторы. В общем, дизельный мини можно брать. Мини второго поколения оснащалась 6-ступенчатой механической трансмиссией от Getrak. Кстати, эта трансмиссия появилась еще на мини первого поколения. Так вот, это абсолютно беспроблемная трансмиссия. В паре с ней работает двухмассовый маховик. Деталь дорогущая, стоит $800, но на мини ходит примерно 400 тысяч километров и более. Двухпедальные мини оснащены 6-ступенчатой автоматической трансмиссией Aisin TF60SN, которая была разработана для модели VAG. Там она называется 09G. Удивительно, но некоторые владельцы мини умудрились упилить ее до капремонта при пробеге 100 тысяч километров. Кстати, с дизельными двигателями эта трансмиссия служит в 2 раза больше. На самом деле это крепкие и хорошие автоматы. Чтобы продлить ему жизнь и беспроблемную эксплуатацию, надо поставить отдельный радиатор охлаждения. Также АТФ с допуском JWS3309 надо менять каждые 60 тысяч километров. И надо менять фильтр. Фильтр доступен после снятия поддона. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Все вы, наверное, слышали, что мини – это про хорошую и азартную управляемость. Причем у владельцев мини, которые ездят на закрытые гоночные треки, не возникает желания улучшать подвеску или тормоза. Все это показывает, для чего сделаны эти автомобили. Да, у версии JCW
Тормоза мощнее, но никаких изменений в подвеске нет. Причем подвеска у мини второго поколения стала комфортнее и ресурснее по сравнению с первым автомобилем. Рулевая рейка у мини сухая, электрическая в этом поколении, поэтому если застучит, надо всего лишь поменять опорные втулки. Спереди у мини стойки Макферсона и в рычаге один цилиндблок. Задний вот такой вот цилиндблок по оригиналу стоит $50. Вот эта шаровая опора меняется отдельно. По оригиналу стоит $80, прикручена к рычагу двумя винтами. А также здесь есть еще вторая шаровая. Вот эта шаровая для передней части рычага продается по неоригиналу. А вообще сам рычаг оригинальный стоит $200. Он стальной и выхаживает примерно 200 тысяч километров. Классический расходник подвески – это втулки и стойки стабилизатора. Втулки и стойки по оригиналу стоят по $13 и $35 соответственно. Но чтобы поменять втулки, надо приопускать подрамник. Так как задние болты крепежных скоб при откручивании упираются в кузов. Вот такая морока. Кстати, известный случай, когда для откручивания задних болтов просто прорезают кузов. Если будете выбирать мини на вторичном рынке, обратите внимание, не пропилен ли моторный щит напротив втулок стабилизатора. Подшипники передних колес вмонтированы в ступицы. Долго не беспокоит. Стоит по $160. Также верхние опоры амортизатора тоже долго не беспокоят. Их цена $62 за штуку. Сзади у мини простенькая трехрычажка, которая также стала гораздо надежнее по сравнению с мини первого поколения. Сайлентблоки здесь маленькие и жесткие, и рваться буквально нечему. И по оригиналу они отдельно не продаются. Обе поперечные тяги, вот эти, по сути, идентичны. Оригинал стоит $200, но хороший заменитель можно найти и за $40. Сайлентблок продольного рычага продается вместе с кронштейном. Стоимость $70, но сайлентблок можно найти отдельно за 15. Датчики дорожного просвета у мини второго поколения долго не выдерживают испытания влагой и тряской. Существуют только в оригинале по $150 за штуку. Мини второго поколения на самом деле годный автомобиль, особенно с дизельным мотором. Уж очень щепетильного отношения требует к себе 1,6-литровые бензиновые двигатели. При покупке этого автомобиля на вторичном рынке обязательно надо хорошенько продиагностировать мотор. Он должен быть чистым и снаружи, и внутри, не греметь и иметь историю обслуживания. Все остальное не грозит саморазрушением. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие вот классные и подробные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях. Также напишите комментарий. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет, компания «АвтоСтронг».